Период действия режима самоизоляции и вопросы водоснабжения находятся в особом приоритете. В ходе рабочей поездки глава Ленинского городского округа Алексей Спасский посетил водозаборный узел микрорайона «Пригород Лесное». Несмотря на то, что воды люди стали потреблять больше, сотрудники узла уверены, запаса мощности хватит, чтобы покрыть все потребности жителей. Кубометров на 500-600 разбор увеличился. Ясно. Ну, исправляетесь? Безусловно. У нас есть резервы, мы справляемся. Угу. Так что без воды люди не останутся. Еще одним и главным пунктом визита Алексея Спасского в поселение Молоковское стало посещение котельной, также обеспечивающей потребности жителей микрорайона «Пригород Лесное». Вот эти вот три котла рассчитаны на 24 дома. То есть сейчас построен 24 дома, школы, соответственно, два садика. Визит главы городского округа на данный объект инфраструктуры не случайен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально уменьшить срок отключения горячей воды в регионе до 10-14 дней. Почему именно 14 дней? Потому что это в настоящий момент практика показывает, что это минимальное количество дней, которое необходимо для подготовки именно большого объема тепловых сетей. Тем не менее, после консультаций со специалистами Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства, Алексей Спасский уверен, что для большинства жителей Ленинского городского округа уменьшение сроков отключения горячей воды произойдет уже в ближайшее время. Мы оценим свою готовность к этому процессу где-то 80-80% объектов сможем это выполнить. При этом надо говорить, что полностью уйти от этого, конечно, никогда не удастся, потому что четко понимаем, что помимо регламентных работ на котельных, что тоже требует времени, необходимо менять сети. Сети – это большая беда, сети многие лежат еще советского времени, и изношенность составляет далеко за 60%. В Ленинском городском округе плановое отключение горячей воды и профилактические работы проводятся с мая по август. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.